Приветствую всех! Сегодня мы собрались с вами, как обычно, чтобы подвести итоги за пятый каталог и узнать новости компании, которые произошли совсем недавно. Итак, за пятый каталог к нам присоединилось 100 новичков. Почти так же, как в прошлом каталоге. В прошлом, по-моему, было 109. Это очень хорошо. Из них активировалось 42 человека. Это почти 50% активировалось. Активность просто крутая. Активность всей группы почти 40%. Тоже мы с вами молодцы. Мы не падаем, можно сказать, а держим руку на пульсе. Ну и активных консультантов, то есть тех, которые сделали и оплатили заказы, всего 313. Это, как вы видите, почти 40%. Итак, по итогу пятого каталога у нас появилось в нашей структуре новое звание, которого еще не было. Это вице-директор, это уже полудиректор, можно сказать, Галя Потапчук. Галя, это просто круто. Ты, конечно, пришла вместе со мной. Было разное, были разные и проблемы, и нюансы, но ты молодец, ты все выдержала. Ты, главное, что не сдалась, а влилась очередной раз и прям с такой скоростью, что, как я уже писала в чатах, мы не успеваем за тобой наблюдать. Работаешь просто шикарно со своей командой. Я в твоем структурном чате нахожусь, вижу. Ты, ну, подбираешь какие-то такие слова, что люди на самом деле на тебя идут. Я знаю, как ты общаешься со всеми своими девочками, как ты со всеми созваниваешься, продолжай в том же духе. И я думаю, сентябрь, как ты себе и пообещала, ты будешь стоять на сцене, а мы тебя будем поздравлять. Дальше. Как я уже сказала, вице-директор 15% Потапчук Галина, старший лидер 12% Побат Светлана, лидер 9% Синькевич Ольга. И старшие консультанты 6% у нас 3 человека. Это Лыбко Любовь, Карпович Людмила и Вакульчик Екатерина. Ну и консультанты 3%. Здесь есть девчонки, которые лично это все сделали. Есть, которые с группой. Это Павликовская Наталья, Половчени Наталья, Довольцова Нина, Ирсолька Елена и Побат Людмила. Вот такие у нас звания в пятом каталоге. Ну, а лидеры продаж – это 3 человека, в которых отрыв буквально маленький. Это Побат Светлана, Лыбко Любовь и Синькевич Ольга, которых чуть больше 150 баллов. ВИП-консультанты – это Павликовская Наталья лично 114, ну, здесь, в принципе, все лично. Но это ВИП-консультанты, можно сказать, уже со стажем. Вот, кстати, Павликовской Наталье надо посмотреть, что ей уже должны приходить тоже регистрации от компании. Ну и девчонки, которые перешли на интернет-магазин Faberly, которые в основном постоянно делают 50 баллов и выше. Вы их видите на слайде. Девчонки молодцы. 50 баллов, конечно, сам может и не купишь, но если полностью перейти на продукцию компании, если снабжать продукцией своих друзей и родственников, это можно сделать даже и больше. Тем более сейчас такие у нас скидки, такие скидки, что даже не знаешь, как бы весь каталог не скупить. И обязательно хочу выделить тех, кто теряет свою честно заработанную скидку. Как они теряют, как мы все знаем, они не делают 50 личных баллов. Аниська Ирина потеряла скидку 9% свою, она отошла вышестоящему наставнику.
Точно так же 6%. Это Кривецкая Людмила, Климович Инна, Рассолька Елена не добрала буквально, может, каких 2,5 балла до 6%. Полоянская Светлана, Гурьян Анастасия, Потоцкая Юлия, Рожбицкая Людмила, Лавринович Елена, Сидорук Галина. Это девчонки, которые, как я уже сказала, теряют 6%. Но еще у нас есть девчонки, которые теряют скидочку 3%. Вы их тоже видите на слайде. Это те девчонки, которые тоже не добрали до 50. Но у некоторых не хватало, сказать честно, буквально немножко, буквально там 1,5-2 балла. Поэтому обязательно вы должны знать, что если у вас есть группа, чтобы уже зарабатывать свои какие-то первые деньги в интернете, обязательные условия в компании для всех, даже для директоров, личный объем 50 баллов, потому что компания платит за товарооборот. И Галина Потапчук лично сама проводила в 5-м каталоге акцию. Условия были таковыми. Нужно было зарегистрировать свою структуру, первую линию, 5 новичков, и чтобы они сделали на первый шаг, то есть заказали на 60 рублей, заплатили минус 30. Подарок она дарила — водичку для женщин, которая мне очень нравится, Флорет. И не поверите, девчонки, у ее в структуре выиграла аж 2 девочки. Девочка, которая и в прошлом каталоге забрала подарок, Климович Инна, и она является новичком еще в компании. И Инны же новичок Кинчак Вероника, она привела вообще 7 новичков. И вот они выиграли эти водички. Галина где-то скоро с нами поделится, как будет им вручать подарки. Девчонки молодцы, так держать, очень быстро рванули на самом деле. Ну и хочу сказать, что розыгрыш у нас продолжается. По итогу 5-го каталога у нас уже есть победитель. Это Довольцова Нина. Было у нас 21 билетик, участвовал в этом розыгрыше. Я сегодня вам это все прилагала, вы смотрели. French Press скоро получит, тоже поделится с нами фотографией. В 6-м каталоге у нас этот розыгрыш будет еще продолжаться. Поэтому обратите обязательно внимание. Если у вас не хватает буквально чуть-чуть, добирайте. А вдруг вам повезет? И новость, которую вы уже должны знать, но я еще раз напомню, что в 5-м каталоге у нас вернули программу «Фаберли Клуб», которая была отключена буквально один каталог. Баллы за 4-й каталог тоже вернулись. Если вы любите копить и брать подарки подороже, если вы уверены, что каждый каталог делаете заказы, конечно, копите, это ваше право. У меня есть девчонки, у которых 400 и больше баллов. Продукт очень хороший. Я, например, себе всегда беру витамины, если мне получается, за баллы. Живица есть точно. Поэтому участвуйте, оплачивайте заказы. Ну и раз Фаберли Клуб вернулся, то условия точно такие же. В каждом каталоге должны быть оплаченные заказы не менее чем на 1 балл, иначе баллы по чуть-чуть будут сгорать. И акция 6-го каталога продолжается, то есть новичкам мы продолжаем дарить 30 рублей. Но чуть-чуть буквально усложнили задание. Это должен быть, как обычно, единовременный заказ, но уже на 75 рублей. Конечно, без учета автозаказа. Делаете заказ на 75 рублей, 30 списывается, итого к оплате будет
45 плюс-минус, ну и, конечно, со сбором заказа. Но сюда не входят новички, которых мы с вами регистрировали в пятом каталоге. Все, кто в пятом каталоге был зарегистрирован, он в отчете будет, как обычно, выделен розовым цветом, но будет написано, что два каталога, он не активен. Так вот, им вписывается скидка 30 рублей при заказе на 60 рублей. А если это новичок сегодняшнего дня, то есть каталога 6, то списывается при заказе на 75 рублей. Но это еще у нас не все. Новичок этого каталога 6 может получить еще и подарок. Это стиральный порошок. Чтобы получить стиральный порошок, за каталог должно быть оплачено 90 рублей. Но это может быть второй заказ. То есть получается, новичок делает заказ или на 60 рублей, если он новичок пятого каталога, а потом до конца каталога он у нас оплачивает еще заказ на 30 рублей, он получает и порошок. Подарок. Но порошок, как мы понимаем, новичок получит по итогу каталога. То есть это уже в 7-м. Если же это новичок 6-го каталога, то порошок он получает при заказе по каталогу на 90 рублей. Из них это может быть одним заказом 90 рублей или же 75 рублей, чтобы списал подарок новичка 30 рублей. А затем опять же делает на 30 рублей, то есть минимальный заказ. У него списывается кэшбэк, который у него на счету там больше 10 рублей. И он уже автоматически выходит на порошок. Обратите на это внимание. Дальше. Акция 30 рублей. Так как лидеры очень полюбили эту акцию, и кто понял ее, пользуется ею вовсю, компания пошла на уступки, и эта акция будет у нас еще и 7-й, и 8-й, и 9-й каталог. Как только регистрируем новичка, 30 рублей ему зачисляется на счет сразу же. Только эти 30 рублей списываются при заказе на 75 рублей. Ну а как я уже сказала, а если от 90 рублей, то он еще и получает за 20 копеек в следующем периоде порошок. И новость, которую, я думаю, многие слышали, что с 7-го каталога система лояльности Faberlic Mega Bonus Cashback возвращается обратно на скидку. Скидка будет уже разделена так, как и было. То есть не будет скидки 15%, будет скидка только 20% и 26%. Как мы все знаем, 26% будут иметь те, кто покупает на 50 баллов. Получается, купил на 50 баллов, в следующем скидка 26%. Не купил на 50 баллов, значит, скидка у тебя 20%. Но 15% скидки не будет вообще. И это вы все видите в последних строчках. Как я уже и сказала, 26 от 50 баллов. То есть то же самое, что у нас было. Но, девочки, заметьте, что новички у нас с 18 каталога пришли на мегабонус. Поэтому нужно это все хорошо все рассказать, чтобы они это все восприняли легко, чтобы у нас опять не было вопросов, как с мегабонусом, потому что компания всегда идет на уступки, но чем мне нравится, что всегда пытается какие-то попробовать инновации, и несмотря ни на что, видит, сравнивает все и легко возвращается обратно. Но скажу вам по секрету,
в Европе кэшбэк идет просто-просто на ура, поэтому узнают. Или можно так, чтобы страны, грубо говоря, бывшего Советского Союза, работали по скидке, а Европа работала по кэшбэку, и если это будет возможно, то в Европе кэшбэк оставят. Но, как говорится, поживем увидим. И просто отличнейшая новость, что на сайте у нас скоро будет новый флеш-каталог, который будет включать в себя всю продукцию, которая не входит в каталог. Так как мы всегда говорим, что ассортимент у нас более 5000 наименований, каталог это все не вместишь. И чтобы человек, особенно новички, не искали это все на сайте, а так как они, как вы понимаете, еще не очень это все знают, они просто могут полистать электронный каталог и сразу добавить себе заказ. И так. Что нужно говорить новичкам и вообще всем, как это все будет переходить? Как мы будем переходить в 7-м каталоге? То есть вот это наш 6-й каталог до 28-го, и в 7-м уже возвращается скидка. Итак, если у человека мегабонус 26%, то есть он уже более 6 каталогов покупает, постоянно в компании, у него в 7-м каталоге будет 26%. Но если он в 7-м каталоге не делает 50 баллов, будет 20%, как у всех. Но что самое главное, мегабонус, который есть на счетах у нас, он сохранится. То есть вне зависимости от того, если человек не делал заказ там, в 3-м, 4-м, 5-м каталоге, а в 7-м проснулся, те деньги, которые у него есть на счету, при заказе на 29 рублей у него спишутся те денежки, и плюс еще сработает скидка 20%, как обычно. А если мы покупаем постоянно, и даже если у нас будут деньги на счету, ничего страшного, это наши честно заработанные деньги, они спишутся, и плюс еще работает скидка. Поэтому обращайте внимание, как я уже сказала, обязательно смотреть тех, кто не дотягивает до 50 баллов. И недавно, буквально на прошлой неделе, по-моему, объявили вот эту новость, что Faberlic опять победил в номинации. Был у нас международный конкурс, и первое место заняла маска Detox для лица «Кислородное сияние», которую мы все с вами знаем на красной глине. Если кто-то еще не пробовал, попробуйте, но рекомендую покупать сразу с кисточкой. Высшую награду завоевал концентрированный гель для стирки детского белья, детская вся серия детского косметики для дома, она очень густая, прям очень. А серебро забрала активная крем-маска для лица из серии «Эксперт Фарма». Она на белой глине, ее можно использовать и как для умывания, и как для маски, и как, можно сказать, даже для скрабика. Тоже очень густая, хватает надолго. Если не пробовали, обязательно берите. Так что Faberlic рулит. И напоминаю, что мы все с вами работаем на базе проекта «Партнер». Что такое проект «Партнер»? Это возможность заработать дополнительные деньги в интернете любой. Первое, это главное условие, это смена привычного магазина. Но не нужно покупать на 100, на 200 рублей, ходить по каким-то точкам, по каким-то организациям, продавать. Нет. Ну, если вы любите продавать, пожалуйста, покупайте. А здесь просто перейти на свой интернет-магазин.
все, что мы покупаем обычно, покупать у себя, экономя семейный бюджет. У меня, например, всегда в календарике помечены дни, у кого когда день рождения. И я уже, вот начался апрель, я уже знаю, сколько у меня дней рождений в апреле. И все, по чуть-чуть, смотришь крестник, так что-то, то я в основном дарю одежду. И все полностью родители, чьим детям я дарила одежду, сейчас они у меня зарегистрированы. Сейчас они берут не только для себя, но являются консультантами у себя на работе, потому что они прекрасно видят, как носится одежда. То же самое, допустим, там на Пасху, на Новый год обязательно какие-то побрякушки тоже из Faberlic. Дети пробуют, детям нравится, родителям тоже нравится. Ребенок опять просит заказать. Поэтому это все очень легко. И если вас интересует возможность зарабатывать дома, не забываем, что сразу пишем своему наставнику или напрямую мне. Мы вас включим в работу. Доход на самом деле, девочки, такой. И можно и за 6 месяцев. Но если на самом деле работать по 8 часов, по 6, так как мы работаем на своей обычной работе, доход будет. Ну, а если относиться, сегодня у меня там, я не знаю, то голова болит, то нет настроения, то, и так неделька прошла. И никто не наругал, сам же на себя работаешь. Это все нам дает шикарные подарки, участие и плюс путешествия. Как вы все знаете, уже я только за 8 лет в компании побывала уже в 8 странах. Плюс в проекте «Партнер», как я уже сказала, пошаговая система обучения. И у нас существуют чаты во всех мессенджерах, где идет полная поддержка, сопровождение каждого участника. Но также я напоминаю, что проект «Партнер» не работает с перерегистрациями. Мы о себе очень хорошо заявили, нас знают уже. И так как видят нашу подачу, видят, что мы развиваемся, имейте в виду, что могут проситься в команду или же зарегистрированные, или же те, что со мной там наставник не работает, я никого не знаю. В общем, все, кто пришли в онлайн-регистрации. Хотите работать? Не вопрос. Подождите полгода, вас удалят, и мы с вами начнем работать. Если человек на самом деле настроен работать, он подождет. А если это новичок, который вообще не сделал ни одного заказа, то 2 месяца и его и удалили. Ни в коем случае не попадайтесь на эту провокацию. Может быть, вас просто проверяют. И еще раз поздравляю всех с началом каталога. Всех благодарю за отличную работу. Желаю отличных клиентов, много активных новичков, успехов по лестнице, успеха. У кого буквально чуть-чуть не хватало до следующего звания, прям добрать новых людей. А так как девочки 75 рублей, значит, это побольше баллов дает новичок. И вперед к своим мечтам и целям. Сейчас.